Так, какой у нас там? Ну вот, надо 2 пакетика сока принести. А, там всех мочат. Я появился, меня сразу начали мочить. Тебя убили! Отправлял, меня убили. Ура! Пока приглашение отправлял. Круто. О, левел ап. Так. Ну чё, жив? Ты ж... Я тебя не слышу. Надо сок. Надо сок в машину и ввести. А где машина-то? Блять, там зомби бегут. Надо сок на машину. Не будем же мы в руках нести его. Тут далеко. Два пакетика, по-моему. 2 упаковки. Вот, у меня один есть. Вот. Один я в машину загрузил, еще один. А еще один где-то на дороге вроде валялся. Ну, мне показывает, что он 200 метров за ним. Да, ну поехали тогда. Какой? А, да, 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 я знаю. Тут нужно чувака спасти, он, короче, под машиной. Я сейчас сделаю, я знаю. Она показывает, где он. Вот он. И сейчас зомби прибегут сразу. Так что держитесь.
куда наш сок унес? Так, ну что теперь? Сейчас я его вытащу из тачки. Давай, чувак, вылезай. А? О, спасибо, спасибо, спасибо. Все, готово. Теперь поехали дальше. Там еще чувак орет, помогите. Ты едешь к флажку, а сок-то в другой стороне. Вот тут сейчас будет много зомби. Тут нужно отключить эту херню. Тут, короче, электричество, и надо его выключить. Это, по-моему, не главный квест, я не помню. Давай. Тут, короче, несколько выключателей, которые нужно выключить. Во. Во. Надо на крышу запрыгнуть как-то. Во. Бля, у меня не получается на крышу запрыгнуть нафиг. Да я не получается у меня. Я уже пробовал. Хер с ним.
какой-то дом вошел, и тут зомби нафиг. Ведь и как я этого хера буду мочить, у меня оружия нормального нету. Там есть машины, можно через нее перепрыгнуть. Вон, на машину и перепрыгиваешь сюда. Меня сейчас тоже убьет, у меня здоровья мало. Ну, чекпоинт был почему-то. Да я умер, блядь, тупой хуй этот, блядь. Ты еще пакетик с соком. А где эти вы... А где эти выключатели еще нажимать, я не помню даже. Опять оружие быстро ломается, только успеваю менять. Чё, опять тебя убили? Да, там такой же. О. Надо убить, дверь открыть. Да. Неудобно в играх от первого лица драться таким образом. Я не смог что-то тоже. Блядь, сейчас бы автомат какой-нибудь нахуй застрелить его в черт нахуй.
очень быстро сила заканчивается. Я не знаю, что это за хуйня, блин. О, левел ап. Так, еще один выключатель нажал. Ой, я могу Reaper мод создать. Только Reaper мод нужно на как можно сильнее бейсбольную биту, чтоб меньше ломался он. Да не, я помню. Я помню то, что в городе находишь хорошую бейсбольную биту в это самое в церкви, там в церкви. Ну чё, сок мы взяли? Я не могу залезть на тачку, потому что сока много. Берем другую тачку, идем. Бомбить черта. Пусть это не кто-то сок ведет, а я вас ведем. Ну, нужно две всего коробки-то, две уже есть. А куда, где ты находишься? Куда вы поехали-то? Подожди меня-то. А сок у тебя или у кого? Вот у меня способность появилась открывать замки. Чё, опять на пляж вернулись? Сок не сюда надо вести. Да хуя зомби, они сейчас тачку сломают.
А что-то случилось-то? Я, походу, утонул. Да, до предела грязи не вылезет. Да, у меня все черное, я как будто под... Это, не знаю, где нахожусь. Да, а... Во! Я вылез! И что теперь будем делать? Весь сок утонул. Я вижу, Дима в воде тусуется. Я не понимаю, это лицо в глазовке и руках. Куда идти? Смотри, этот сок, короче, валяется повсюду наш. А как мы утонули? Я переключился посмотреть, сколько запись идет времени. Вернулся на экран Соньки, смотрю, уже мы под водой. Дима говорит, помогите, ты под водой застрял, ты просто, короче, вперед иди и выйдешь. Я просто наобум шел, короче, двигался вперед и вышел из воды. Я не знаю, как тебе помочь, там темно, ничего не видно. Ты просто двигайся в какую-то сторону и выйдешь на берег. Я сам не знаю, как я вышел, там все черное, хер поймешь, куда идти. Ты что, вышел? Во! Что вы далеко там где-то? Я не знаю, куда идти. Мне сначала показывало в одну сторону, а в другую. А теперь в другую показывай. Тут две стороны. Один флаг, но там никогда нет. И второй, это рука, раз, по 300 метров. Походу, там туда. А сок у этого чувака, да? Две коробки. Дал 4. 4? А, ну все тогда. Мы едем на тачке. Там не уедет, я не смог проехать, тут нет интереса для выезда, поэтому я потом утонул, наверное, не знаю. Mm-hmm. Тут только пешком, наверное, короче, тратится скорость ножками. Тут нельзя проехать. Я иду, куда мне показывают по карте идти, а похоже, она показывает в воду куда-то. Я пытаюсь пройти к вам, но не пойму, как пойти. Мне сначала карта показывает идти в одну сторону, потом показывает в другую. Ну вот, я нашел машину. Thank you.
меня тут два сока в машине, а как куда ехать, я не понимаю. Черти что, блин. Я к тебе пытаюсь пробежать, и никак не могу. Без. Сок в машине остался. Короче, бред какой-то. Я останавливаю запись, потому что я не знаю. Я тут буду еще на полчаса по этим ходить. Хер поймешь, куда идти вообще. Блин, радар глюч. То показывает в одну сторону, то показывает в другую. Бегу в одну сторону, ничего нету. Бегу в другую сторону, тоже ничего нету. Блин, хер поймешь.